Приветствую вас. Мы на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы остаетесь с «Импактом». Это программа влияния. Мы весьма благодарны вам и Богу за то, что вместе с вами мы сегодня имеем чудесное общение. Встречаясь с вами, говорим о делах Божьих, говорим о том, о тех важных каких-то насущных вещах, истинах, о нашей повседневной жизни, о наших отношениях, взаимоотношениях. То есть это все вращается здесь на программе влияния. Поэтому сердечно и искренне благодарность вам, друзья мои, за то, что вы регулярно останавливаетесь на «Импакте». Спасибо вам. Я предоставляю гостя моего, Юра Аскеров. А ну-ка улыбнись. Во, вот это лучше. Знаю, у тебя, наверное, был тяжелый день сегодня. Не, ну как тяжелый? Тяжелый. Работа, да. Шуточно говорят, на работу с радостью, с работы сгорбившись. Точно. Но, слава Богу, после работы есть «Импакт». Представляешь? Да. Приходится разравниваться немножко. А как же, да. Welcome back. Юра Аскеров с нами. Мы будем продолжать наши темы с тобой. Сегодня тема осуждения, обсуждения, суждения. Все, что связано с этим. Да. И когда была предложена эта тема, почему, когда было предложено несколько других тем, и по Израилю, и по праздникам израильских, я отклонил темы, и ты знаешь почему? Потому что во свете происшедших событий, имевших место в престольном граде Сакраменто последний месяц, а толкование к этому моему, к моей триаде, я приложу, имеющих место, очень много греха. Очень настолько много греха просматривается в устах. То есть нет. Я не говорю там о блуде, я не говорю о убийствах, я не об абортах говорю. Я говорю об устах. И что не человек, то мнение, то суждение, осуждение, пересуждение. А ты чув, что тот сказал? А ты чув, что тот ответил? А ты чув, как тот отреагировал? Очень много. Поэтому у меня интерес к этой теме был вызван именно на злобу дня. Ну, слава Богу. А у меня недавно было откровение на одно очень интересное слово. И я попросил в Вифании место. Мне дали, и я говорил за праздные слова. Mm. Вот, оказывается, это довольно интересная тема тоже. Возможно, за нее мы когда-то поговорим. Mm-hmm. Потому что это слова, которые не имеют смысла. Это слова, которые не имеют под собой абсолютно ничего. Абсолютно ничего. И в Писании мы видим несколько случаев, когда люди говорили слова, под которыми абсолютно не было ничего. Например, два человека имеют сделку. И один другому говорит: слушай, ну чем ты вот можешь мне, как говорится, удостоверить свой... Я клянусь Иерусалимским храмом. Угу. Но человек посмотрел: это ж святыня, Иерусалимский храм. Да ты что, это ж единственное место благословенное. Угу. Но проходит время, и его обманывают. Он приходит: слушай, ты ж мне храмом клялся, угу. Иди забери этот храм, зачем он мне нужен? Все. Угу. То есть слова, которые не имеют под собой абсолютно ничего. Мне когда-то один человек пообещал очень, ну, как говорится, довольно интересные вещи. Угу. Но потом через пару месяцев позвонил и сказал: слушай. Не получилось. Да не то, что он вообще отказался, он вообще говорит: я с тобой не говорил за это. Ты говоришь. Да у меня было несколько раз таких моментов, и не раз было. Так вот, это пустые слова, это праздные слова. Слова, которые не имеют смысла. Но здесь... Мы будем говорить за слова довольно серьезные. Почему? Потому что от этих слов зависит и наше счастье, и наше благословение. И, извините, иногда негативные вещи. Почему? Написано: от слов своих человек оправдается, да, и осудится. Да. И мы сегодня будем говорить об этом. И тема довольно интересная. И тема такова, что люди мало обращают на нее внимание. Почему? Потому что есть понятие незнание. А если есть незнание, значит, мы не обращаем внимания. Ну, смотри, Юра, когда мы говорим о незнании касательно людей невоцерковленных, угу.
которые истины не знают, проповедей не слушают. Изредка, может, «Импакт» смотрят или другие христианские программы. Это одно. Но ты говоришь о незнании. Слушай, мы столетиями в церквах находимся, образно выражаясь. Каждый из нас – это специалист в области толкования теологии, богословия и все, что связано с Библией. И все равно грешим? Михайлович, вашими словами да в рай. Дело в том, что я не хочу сейчас говорить за толкование. Почему? Ага. Я очень много говорил за него. Но вопрос заключается, вот там прочитали одно место, и все. Угу. И все. А дальше идет, извините, 6 или 7 стихов, которые объясняют это. И последствия. Да, не то, что да. Последствия. Почему и угу. Последствия. Угу. Почему и последствия. Ну да, давай это... начнем сначала. Давай, хорошо. Давай. Ну вот давайте одно место. Привели к Иисусу грешницу. И определенные люди хотели что-то, чтобы он осудил ее. Но, во-первых, давайте мы посмотрим определенные вещи. Почему? Потому что эти вещи будут очень интересны для нас. Я просто хочу посмотреть, что такое судить. Угу. Составлять мнение, суждение о ком-либо, чем-либо, делать заключение, осуждать, приговаривать человека к наказанию. И вот смотрите, часто люди говорят, да этот человек, ну извините, не должен наследовать спасение. Этот человек, да ему должно быть то, другое, третье. То есть мы сделали суждение о человеке, мы сделали приговор. И крест на нем поставили. Да, но мы не знаем многих вещей, которые закрыты от нас. Мы не знаем, что человек переживал, мы не знаем, что человека толкнуло на это, мы не знаем, как человек вел, возможно, целую ночь он вел духовную борьбу и не устоял. Написано, не судите прежде времени, даже да. Об этом написано. А еврейские раввины говорят еще лучше, не суди человека до того момента, пока ты сам не оказался на его месте. Но извините, мы сегодня очень-очень интересные люди. Извините, я хочу немножко отойти в сторону. Давай. Ветхий Завет. Кто должен судить? Дело в том, что была категория людей, которым было вменено суждение. И самый первый – это люди, которые духовные, то есть духовный человек – это не тот, который говорит языками, пусть меня простят мои братья-пятидесятники, а человек, который умудренный в Писании и кого Дух Святой ведет именно в Писании. Почему? Потому что вот даже одно место говорит, ты, когда услышишь, приди, тщательно расследуй. Угу. Понимаете? И только тогда, когда ты расследовал, расспросил, все, только тогда выноси свой вердикт. То есть люди, которые должны судить, они должны быть духовными людьми, то есть людьми, знающими Писание. Ну ты так говоришь, хорошо, каждый из нас претендует на духовность. Хорошо. Попробуй, скажи любому телезрителю нашему, в любом возрасте, не вздумай кого-то осуждать там, или об служителе говорить, о служителе, или о нем, или о ней. Почему? Потому что ты не духовный, или можешь ты недостаточно духовный. Тебя осудят, скажут, я не духовный. То есть каждый претендует на духовность. Ты говоришь... Юрий, я могу себе сказать, что я не до такой степени, не до такой степени, как я хотел бы. Потому что духовный человек, это человек, знающий Писание. Духовный человек, это человек, который получающий откровение от Всевышнего. Но написано, судит обо всем. Я понимаю, да. И вот у меня был случай, я не знаю, я рассказывал его или нет. Однажды к нам в церковь пришел молодой парень. Я не знал его, я первый раз увидел. И один из служителей сказал, Юра, поговори с этим человеком, потому что у него проблема. Ну, проблема. Мы с этим человеком вышли, сели на лавочке. Ну, я говорю, какая проблема? Он говорит, вот так и так. Я вечерами, получается так, что я слышу голоса, которые побуждают меня кончить жизнь самоубийством. Все. И вы знаете, обычно люди говорят, вот тут проблема оккультизм. Ну, я начал с ним говорить, я вижу, не эта причина. И я говорю, дорогой, пожалуйста, расскажи мне, что... Я попросил у него, чтобы он мне рассказал историю, но я вижу, история это не помогла. И тогда я сижу, просто я его слушаю и внутренне молюсь. И внутри что-то мне говорит, спроси за непрощение. Это дважды повторилось, я первый раз сказал, Господи, ну я ж не за непрощение прошу, я за причину.
Понимаете? И получается, когда Бог открыл, я ему это сказал, и он сказал, да, есть человек, которого я не могу просить. И в своем сердце человек не только осуждение этого человека, и непрощение, и жажда физического уничтожения. То есть, вынесение приговора. И когда мы начали с ним говорить, я ему просто предложил, я говорю, самое первое, ради себя, ради своих близких, родственников, ради твоей молодой жены, ради твоего маленького ребенка, ради твоей папы и мамы, которые переживают за тебя и ночами не спят, молятся за тебя, прости этого человека, отпусти его, пусть он идет. Хоть этот человек, говорю, далеко, он убежал, его нету. И все, этот человек просил, то есть суждения не было, осуждения не было. Я ему предложил, чтобы он принял Христа. Потому что я ему объяснил, для чего это надо. И как результат, мы пригласили служителей, помолились. На другой день он пришел в церковь, потому что мы говорили в субботу, в воскресенье он пришел, и он сказал, сегодня была первая ночь, когда я спал спокойно. Вот смотрите, элементарное. Элементарное. В жизни человека. Хоть там осуждение связано с непрощением, но есть много случаев. Я разговаривал с одним человеком. Он увидел нашего благословенного брата, извините, который шел под мухой, то есть пьяный. И он его осудил. Как он может и то, и все, нету ему ничего хорошего. Прошло время, и этот человек, который выносил приговор, сам был начал. В той же да. самой ситуации. И вот Писание говорит, не судите, и судимы не будете. Но давайте мы за вот этот пример с этой женщиной. Хорошо, церковь никогда не оправдывала грех. Это очень важно. А как же тогда? Почему ты это говоришь? Во-первых, церковь не оправдывала грех, но она всегда помогала грешнику выйти из того состояния, в котором он находится. Или она находится. Это очень важно. Почему? Я потом буду говорить за эти вещи. Во-первых, потому что мы бессильны. Мы не имеем силы противостоять той силе, которая идет против нас. А тем более, когда мы где-то уходим в сторону, как говорится, от Божьих благословений и всего. И получается, мы бессильны, потому что силу, которую мы имеем, дает Дух Святой, дает Бог. А если мы где-то в стороне, если где-то у нас гордость, если мы себя бьем в груди, вот мы, вот я сделаю. Ну и получается проблема. Церковь никогда не оправдывала грех. Дальше, церковь никогда не оправдывала лицемерие. Вот это очень важно. Почему? Потому что женщину привели лицемеры. Ее не привели с целью рассудить, потому что не было второй половины. А без второй половины, извините, ну, это может просто какой-то обман, просто какое-то лукавство, просто какое-то лицемерие. Все. Нету второй половины. Значит, нету и, как говорится, действия. Дальше. Мы посмотрим довольно интересные вещи. Писание снова же говорит, истинное покаяние восстанавливает отношения. Мы много раз говорили за еврейское покаяние. Это самое первое, пропускающее через разум этот грех, который ты сделал. Второе, пропускающее его через душу. Третье, каешься, то есть старайся наладить все отношения и больше никогда не делать этого. Это еврейское понятие покаяния. И мы видим, что покаяние восстанавливает отношения с Богом. И самое главное, Христос эту женщину не осудил, но он сказал, иди и не греши. И результат мы видим, что женщина ушла, лицемеры были осуждены не Христом, а своей собственной совестью, потому что это намного больше всего может осудить и поставить нас на свое место. Я вроде рассказывал, когда-то в Нововолынске, ну, один служитель, ну, будем так говорить, грубо наступил мне на мозоль. Ну, это народная поговорка такая, все. И я просил, Господи, ну, накажи этого человека. Ты справедливый. И я услышал такую фразу. Да, я его накажу, но я и тебя накажу. Говорю, а меня за что? Ну, ты что же грешник? И после этого я говорю, я не хочу никогда, чтобы Бог осуждал тех, кто что-то имеет против меня. И один из служителей, это было где-то лет 7-8 назад, ну, была церковь, где со мной нехорошо немножко поступили. И мне приходили люди и говорили, Бог его накажет. Я говорю, ребята,
заберите свои слова. Я не хочу. Я не хочу. Пусть Бог его благословит. За меня Бог не будет никого наказывать, потому что и я его дитё, и это его дитё. Но пусть Бог его благословит. Почему? Потому что и я хочу благословения. Я хочу выкарабкаться из этого положения. Но я не хочу никого осуждать, не призывать Божий гнев ни в чью жизнь. Можно практический вопрос? Пожалуйста. Если в твоей практике имел место... В христианской среде, как мы применяем это слово, в оцерковленной среде, и он, и она, даже будучи сочетаемы в церкви, под церковным обвоном они были сочитаны, потом они разошлись. Видишь, я перехожу в плоскость практического служения. Было и такое. И вот смотри, в их случае, потому что... Обычно одна сторона обвиняет другую. За исключением, если там не было измены одного из супругов, то характер, то он такой-сякой, то он там деньги не несет, а она борщ не варит, а за детьми он не смотрит. То есть даже имеет такое место к стыду и, к сожалению, нашей христианской общины. Но в их случае имеют они право говорить... Он против нее, если они разошлись, а она против него или нет? Ну, во-первых, в таких отношениях одного виноватого нету, виноватые двое. Это раз. Во-вторых, виновата частично и церковь. Почему? Никто не учил. Конечно, это аксиома. Да. И получается то, что часто молодые слушают не то, что говорит церковь, а молодые слушают своих, ну, кого-то родственников. Да. Вот, например, одного, я лично знаю одного парня, но его уже, как говорится, нету. Брат его учил: слушай, не давай ей, чтобы она слово сказала. Если что не так, ну извините. Даже такое было. Даже и такое есть. Ну а что тут такое? И вот смотри, сколько грязи со стороны одного родства и со стороны другого родства. Но если вы уже разошлись, к стыду, покройте ваши головы пеплом, насыпьте, и как-то тышком-нышком, как говорят украинцы. Я понимаю. Сколько грязи. И приходится это слушать и там, и сям, и везде. И сколько греха в этом всем. Так я понимаю. Нет? Но вот часто... как сберечь себя даже в такой кризисной ситуации, когда доходит до такого до водораздела сплошного? Хорошо. Если доходит до сплошного раздела, многие мои друзья переживали это, и я для себя вывел маленькие формулы, или аксиомы, или что. Самое первое. Хочешь ли ты сохранить семью или нет? Вот вопрос. Это центральный вопрос. Хочешь ли ты сохранить семью? Если ты хочешь... Будущую семью, они уже разошлись. У нее семья и у него. Не, но я пока говорю, что ты сказал, что оно доходит до этого. Оно доходит пока до этого. С другой стороны, если вы уже разошлись... Если уже имеете другие семьи. Ну, понимаете, прежде чем я кого-то оболью грязью, я ее возьму в свою руку. Я выможусь. Ну да. Зачем? Все. Ну, не подошли. Ну, жизнь получилась. Ну, разбежались вы. Хоть вас просили, сделайте, чтобы семья была. Ну да. Ну, пожалуйста. Но я знаю одно, что люди, которые расходятся, они проектируют те же самые ошибки в свою новую семью. Несомненно. Те же самые ошибки. Почему? Потому что они обязательно будут. Но давайте, может, мы возвратимся в нашу любимую тему, в которой мы сегодня идем. То есть ты считаешь, что практическое служение... Во-первых, мы в теме. И в теории, Юра, мы очень сильны. Вот я опускаюсь в плоскость практического служения с небес, чуть-чуть опускаюсь в наши повседневные передряги наши, трудности. А я тебе еще больше задам вопрос. Если уж суждение, осуждение. Тут очень тонкая мысль. То, что я могу выразить свое мнение о ком-то или о чем-то. И то, что я навлеку Божий гнев, когда в свои уста я вкладываю что-нибудь такое, что я могу убить этого человека словом своим. А вот это мы сейчас будем говорить за это. Давай. И вот Матвей, давайте мы... Довольно интересное место. Все его читали. Матвея 7 глава. Первые 7 стихов, даже можно 8 и 9, «Не судите и судимы не будете». Хорошо. Если Писание предлагает нам довольно интересную тему.
Что оно имеет под этим? И вы знаете, снова же, суждение. Мне никто не дал права, я не имею права. Хорошо. И это место пятью или шестью пунктами объясняет нам, почему мы не должны делать это. Если мы сегодня говорим за церковь, мы говорим о том, что люди оправданы Богом. Когда-то мне один человек сказал: слушай, ну а почему ты так говоришь? Я говорю: а почему тогда мы врем каждое собрание? Он говорит: как мы врем? Я говорю: ну мы говорим, что Бог просил наши грехи и беззаконие до момента нашего покаяния, нашу земную жизнь, и явится праведный, праведный и оправдывающий верующего в Иисуса Христа, верующего. То есть я понимаю, что человек, который искренне покаялся, человек, который живет Божьей жизнью, человек, который старается исполнять его волю, не все получается. Почему? Мы когда-то говорили тему испытания, мы говорили другие темы. Почему? Бог готовит человека и иногда проводит через определенные вещи. Но люди оправданные. Хорошо. Если взять юридический закон, попробуйте осудить оправданного человека, которого юрисдикция, которого суд оправдали. Он оправданный. За ним нету никакой вины. А тут кто-то приходит: да вот ты такой, да вот ты нехороший. Да вот у тебя то-то-то. Ребята, извините. Вот мое дело. Чистый лист бумаги. Все. Я оправдан. И Иисус взял мое дело, грязное дело, и положил в свое чистое. Все. Я оправдан. Это понятно, да. Так если это понятно, что теперь делаем мы? Вот мы ж такие красивые, хорошие, умные, мы ж такие духовные, мы теперь берем и оправданного человека начинаем осуждать. К примеру, а ну-ка приведи пример. Ты говоришь за грехи какие-то или за какие-то мелочи. Вот. Юра, за любое. Где мы на чем мы спотыкаемся, когда мы судим другого? На чем? За мы любое. Не имеем права. Вот для меня, для меня очень важно, есть служение одного человека. Я не знаю, возможно, когда-то я буду ходатайствовать именно за это служение, служение Варнавы. Кажется, человек левит. Сын утешения. Ага. И это апостолы дали ему это имя. Да. И благодаря этому сыну утешения мы имеем 14 посланий в Библии апостола Павла. Мы имеем апостола Павла, мы имеем множество открытых церков. Потому что если бы не этот человек дважды, я не знаю, где бы был бы Павел или Савва. Потому что его критиковали до тех пор, пока Варнава руку не притянул. Да, а пока Варнава не взял его за руку, привел перед апостолом и рассказал историю его покаяния. Да. Он мог бы сказать: ах ты грешник нехороший, а ты помнишь, сколько ты наших братьев, как говорится, ввел не в хорошее дело. Он этого не сказал. Это был духовный человек. Духовный. Я еще раз повторяю, духовный. Ну, видишь, Юра, там были налица, там были наяву. Он влачил, убивал женщин. Я понимаю. Гнал церковь. А вот давайте все-таки снова возвратимся все-таки в нашу действительность повседневную. Ну, если мы говорим в рамках нашего христианского общества, хорошо, ну никто же не убивает хорошо. Нас, никто не влачит мужчин и женщин. Мой личный пример, можно? Пожалуйста. Мой личный пример. Когда я покаялся в 84 году, прошло время, и у меня признали довольно тяжелое заболевание. Да, ты рассказывал. Я месяц лежал в Луцке в больнице, и когда я вышел с больницы, я и шел просто по городу утром. Ну, как сказать, у меня немножко, это, конечно, нехорошо говорить, но если уже к слову, захотелось туалет. Центр города. Украина, кинотеатр и рядом ресторан «Шахтер». Я увидел, что там двери открыты и хозяйки убирают. Я пришел: девочки, пожалуйста, можно в туалет? Они мне разрешили, но была одна верующая, которая и шла по городу и увидела это. И она пришла и рассказала это служителю. И вот я теперь... Что, ты в туалет пошел? Да, в ресторан. В 9 утра. Она заметила, что ты в ресторан попал. Да. И она пришла, рассказала служителю. И мы встретились с этим служителем. И он мне начинает осуждать. И он мне начинает прямо вот это говорить в лицо. Я говорю: я в туалет хотел, я зашел. Ты мне рассказываешь, что вот это самое. Я говорю: я месяц пролежал в больнице, и никто даже не пришел, не позвонил. И тогда он мне сказал: если бы я знал, я бы сам бы сказал, чтобы тебе никто не шел.
Хорошо, прошло это время, я после этого долго не ходил. И потом я пошел снова в церковь, в другую общину. И мы пришли к одной сестре молиться, к тете Соне Грицак. И пришла ее дочка, отозвала маму и сказала: мама, это Аскеров. Если вы будете молиться с ним, вы неверующий человек. Прямо так? Прямо так. Было. И понимаете... Это из-за того ресторана? Вообще, вообще. И получилось так, она сказала: Дух Святой побуждает меня, я буду молиться. Да, мне было много тогда, как говорится, наставлений, и все, все было хорошо. Но потом Бог показал этой девочке на то время, что она ошибалась, и она попросила у меня прощения. Это здорово. И вот смотрите, с одной стороны, служитель у меня не попросил прощения. Женщина попросила, хоть было, как говорится, осуждение с ее стороны. Но смотрите, люди... Почему Писание говорит: будь быстр на слышание, медленнее на слово и медленнее на гнев. Почему? Потому что гнев не творит Божьей правды. Ну, не творит он. Как бы мы хотели. Потому что когда человек воспламеняется, как спичка, ну, извините, после этого много стыда, после этого опущенная голова, после этого надо приходить просить прощения. Если еще, как говорится, Дух Божий расположит его попросить прощения. Если Дух Божий, как говорится, не определил его для прохождения определенной школы. В каких случаях наше мнение, безобидное, безобидное мнение о ком-то, оно переходит в разряд уже греха? Когда мы выражаем свое мнение, мы имеем же право, мы же не роботы. Когда мы начинаем... Мы говорим друг другу, особенно наши украинцы: а ты чу? А ты чу? То есть у нас, у украинцев, наверное, и у белорусов такое есть. Я рассказывал еще одну вам историю. Когда я приехал в 2007 году, меня пригласила миссия с Кливленда, я приехал в Америку, и у меня оставалось где-то полторы-две недели, друзья вызвали меня в Сакраменто, и я не буду называть церковь, я пришел в нее. Люди знали, что я тружусь на миссии. Люди знали, что я преподаю в семинариях. Люди это знали. Но люди сказали: о, Юрка наркоман приехал. На тебя? Да. Ты уже прощенный, очищенный. Да. Посаженный на небесах, а тебя называют наркоманом. Да. Это суждение людей. Понимаете? Дальше. Давайте мы пойдем и посмотрим. Дальше. Почему мы должны, как говорится, не должны осуждать? Потому что мы немощны. Мы бессильны. Я бессилен. И другой человек бессилен. То же самое. Мой палец показывает на тебя, да, да, да. 4 на меня. Юрий, я знаю, что такое бросить курить. Я начал курить с 5 лет. С 5 лет? С 5 лет. Даже с 4. Что с тобой? Ну да. А куда ж общество, школа куда смотрела? Мы воровали сигареты у родителей, где-то с друзьями уходили далеко и курили. С 5 лет. Где-то с 8-9 класса я пробовал бросить, не получалось. И только в 23 года, когда Бог заговорил ко мне, когда я был в ванной, он просто одна секунда, и желание отключилось от меня. Да. Чудо это да. было. Юрий, я могу понять, я понимаю этих людей, которые не могут бросить. Немощные они. Да, мы немощные, мы бессильные. Хорошо, я понимаю наркомана, который не может бросить, которому нужна сила Божья. Я понимаю людей, у которых зависимость там, или от алкоголизма, или от чего-то другого. Я понимаю, что такое навязчивая идея. Я несколько раз проходил через это. Юрий, это борьба, это сильнейшая борьба. Это только держишься за что-то и кричишь: Боже, дай силы, я не могу. Это реальности. А люди сегодня немощны, им нужна Божья сила. И если мы сегодня видим человека, который упал, вместо того, чтобы подойти, поговорить, поднять руку общения, мы еще топим этого человека больше в грязь. Смотри, смотри, Юра, снова практический вопрос. У нас интересная тема, потому что я более практик. Я уже в служении, ну, ты знаешь, уже скоро 30 лет будет. Ну, слава Богу. Да. Смотри, собираемся мы как служителя, как пастыря, собираемся в узком кругу. И мы должны давать свою оценку, мы должны давать анализ, мы обязаны это делать, как мы говорим, чтобы народ предостеречь, предотвратить какие-нибудь ереси в церкви. И мы говорим: вот это еретик или еретичка, то есть того в церковь не пущу, потому что он такой-сякой или третий, потому что он вред сделает.
его учение, так сказать, пагубу наведет на общество. То есть мы же имеем право это делать. Юра, это право человека, который поставлен служителем. Имею. Да. Нормально, это нормально. Нормально. Но когда дело касается, например, человека, который упал или что, и вот я практический вопрос, да. Как вы, не вопрос, а ответ. Да. Вот мы молимся. И мы теперь начинаем молиться за этого человека. Обычно люди говорят, да он такой и сякой, нехороший. Господи, ты же это видишь. Я слышал практику одного человека, служителя. А он, может, 10 раз уже исповедовался перед Богом, да. Попросил прощения, а мы все равно топчем его. И я слышал одного служителя, который говорил проповедь. И он говорит, пару раз было такое, что я именно говорил так. А потом во время молитвы Дух Святой, кажется, повернул молитву. Вместо того, чтобы осуждать, человек на руках молитвы понес этого человека. Я вспоминаю Федора с Нововолынска, епископа. Я понимаю, как сколько ему хлопот, труда достался я. Потому что этот человек за меня не спал ночами, молился, просил у Бога. Ну, было. Ну, куда деться? Было. Я знаю церковь, я пошел туда. Я просто увидел контраст двух церквей. В одной церкви у меня, извините, постоянно негатив, а здесь я увидел прием. Понимаете, хоть все знали, кто я. Все знали. Ты знаешь, наверное, это от мамы у меня пошло. Наверное, от мамы пошло. А возможно, от жены. Скоро мы 30 лет будем. Возможно, от жены. Наверное, от мамы и от жены. А когда вам 30? А? Когда вам 30? Ну, вот через пару лет будет. Будет, да. Смотри. Ну, у меня 31 будет в ноябре. Ну, я тебе догоняю. Так смотри. Наверное, от женщин пошло, ко мне передалось. То, что даже при выражении своего какого-то мнения о ком-то или о чем-то, я стараюсь быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Если я и позволяю в очень узком кругу один на один, я стараюсь сделать все к тому, чтобы черту не переступить. Черту не переступить. Да. Однажды я говорил, здесь, по-моему, Александр Шевченко со мной был в эфире пару недель, 2-3 назад, я привел пример этот. Прямо в эфире, если вы слышали этот пример, прошу прощения, я был на распятии. Если ты смотрел эту программу влияния, я однажды присутствовал на распятии. Уже прошло лет 13-14, я вижу брови твои, действительно сдвинулись на переносице. Потому что быть на распятии – это зрелище не из приятных. Я бы не хотел, чтобы любой из зрителей присутствовал на том распятии, где я был. То есть, когда распинали человека, живого человека распинали. Тяжело? Юра, слушать тяжело. А присутствовать и быть свидетелем этого, я был свидетелем, это намного тяжелее. Намного тяжелее. И оно оставалось у меня в памяти на протяжении не одного года. Но вся ирония этой истории, вся ирония, и, наверное, я применю слово парадокс этой истории, что жертвы-то с нами не было. Жертва находилась от нас где-то несколько миль. Потому что потом жертва, когда она знала, что я был на ее распятии, жертва позвонила мне после распятия, когда я сел в машину, и говорит: Юрий Михайлович, ну что там было? Я говорю, был на твоем распятии. Так я к чему? Его распинали заживо, похоронили его заживо. И я привел, я так слушал. Потому что был миссионер или кто? Нет, известный служитель. Распинали известного служителя. Уже похороненного, мы его похоронили несколько недель назад. Мы предали его прах, земле предали. Ну, по обетованию Господа. Угу. Прах ты, в прах возвратишься. И трагедия этой истории, вся печаль этой истории в том, что я был приглашен быть участником этого распятия, но я оказался невольным свидетелем этого. И когда его распинали, и это было наглядное, с левой стороны один служитель ему по щекам как дал, а второй с правой стороны ему по щекам, но жертвы не было. Ты человек разумный, духовный, ты понимаешь, о чем я говорю. И когда это распятие продолжалось часа два, и потом через полтора часа, где-то около двух,
Я говорю, хорошо, говорю, позвольте, говорю, задать вам вопрос. Хорошо, что нас Господь не слышит. Ну, я уже начал иронизировать. Я дошел до безумия, как говорит апостол Павел. Я безумным стал. Говорю, хорошо, что нас Бог не слышит. Я твои брови опустились на переносице, а глаза известнейших служителей в Америке, они вздернулись от удивления. Бог нас не слышит. Я говорю, братья, хорошо, что Бог нас не слышит, что мы 2 часа распинаем того служителя. 2 часа раз, а его здесь нет. Говорю, а вдруг Господь где-то будет проходить мимо? Мы сидели в шикарном офисе одного из них. И говорю, за окном он остановится и приложит ухо свое к окну и подслушает нашу беседу. И вдруг, говорю, ему не понравится то, как мы опустили того человека. А вдруг у Бога другие планы, и он захочет поднять человека. И ты знаешь, устами этого младенца истина проговорила, потому что Бог поднял того служителя, известный служитель. На похоронах его было масса, десятки известных служителей. Так я к чему? Настолько вот эти вот примеры, которые я привожу, видно, я у мамы и у жены учусь. Они очень аккуратны. Раздается звонок, и мама Валя поднимает трубку. И я слышу, находясь там, «Валя, а ты чула? Валя, а ты чула?» Я уже знаю, и видя реакцию мамы, вот, мама, наверное, смотрит, люблю маму. Вот, и родителей, да, родителей своих. И я знаю реакцию мамы, она сразу, она очень настороженно к этому относится, очень аккуратно. То есть лучше промолчать и не согрешить. А вдруг Бог будет мимо проходить и подслушает, случайно подслушает, как я опускаю его, осуждаю его, критикую его, опускаю, унижаю его. А вдруг Господу это вдруг не понравится? А вдруг, как ты говоришь, брат мой, у Бога есть совершенно другие планы? Да. И смотри, я бы предпочитал дать больше тебе времени, но на правах сегодня ведущего я чуть-чуть время у тебя украду. Если надо будет, мы продолжим эту тему. Хорошо. Я снова, может быть, приводил этот пример, может и нет. До глубины чувств меня тронула реакция одного из служителей, который в 90-х годах, а я был начинающий служитель, и мы поставили группу прославления у себя в церкви. И хор был, а я нес служение старшего пастора, и хор был. И поставили, чтобы группа пела. Они пели, они не прыгали, они не гикали, они не хлопали. Все было очень чинно и пристойно. Но наш грех, мой грех заключался в том, что это была группа прославления, стояло 6 или 7 человек на сцене с микрофонами. А у нас так не было в селе, а должна была только хор быть. Так вот, и один из известных служителей узнал, что у меня группа в одном из штатов. Я случайно попал в ту церковь, и он наглядно продемонстрировал всем своим видом и другим сказал, что слово Чернецкому я не дам. Почему? Он харизмат. Но я харизматик. Юрий, я был в одной московской церкви. Но дело в том, что мы ходили в эту церковь. Угу. Она была недалеко от Киевского вокзала. Угу. Но там была пятидесятническая церковь. Все. Но потом что-то резко поменялось. Я начал приходить, но другие люди. Я начал приезжать на 9 часов, час молитвы, и все. Меня заметили. Я ж не знал, что это церковь отделенных. Ага. Мне дали слово. Я проповедовал о кресте Христовом. Угу. Серьезная тема. Ну где-то я имел неосторожность чуть-чуть улыбнуться. Улыбнулся? Да. Угу. Юрий, как говорится, все пушки были направлены против меня. Все проповеди дальше шли против меня. Только из-за того, я просто проанализировал. Я спрашивал у друзей, друзья, что я плохого сказал? Что я сказал? Юра, все было по слову. Ну, хоть и не... извинились потом? Нет. А моя история, я имел happy ending, то есть счастливый конец. С тех пор, когда демонстративно мне показали присутствие масса народов, что ты получишь слово «ты», а он слово не получит. И это было демонстративно, наглядно, публично. Представь себе,
Представь моего начинающего служителя. Прошло много лет с тех пор. Много лет. Много лет прошло. И я служил в той церкви. Много лет спустя. Подошел этот служитель. После проповеди, все как положено. Искренне говорит: Юра, или брат Юра, я, говорит, много лет, он не сказал, я себе места не находил. Я, говорит, себя очень неловко чувствовал много лет, и хорошо, что ты сегодня появился. Я говорю: почему? Назвал его по имени. Говорит: помнишь тот случай много лет назад? Я сыграл роль, но я же помню, его помню. Ну, как сказать, роль сыграл. Ну, говорю: брат, я там не помню, и не помню, что там было. Говорит: если ты не помнишь, я тебе напомню. Я тебе слова не дал. Назвал тебя тогда харизматом. Говорит: я очень покаялся, я каюсь, говорит, прости меня, если можешь. Я обнял его во имя Господа. Меня настолько... Это сила служителя. Это не говорит о его немощи, о его слабости. Ну, как он... Это сила, это да. Это сила служителя. Это сила служить. Найти в себе силы и сказать: слушай, я тебя опустил при народе. Я осудил тебя. Или я унизил тебя. Слушай, прости меня. И это мужество, я называю это большое мужество. Большое мужество. Идем дальше. Хорошо. Следующее: почему мы не должны осуждать ближнего своего? Потому что мы не знаем, что происходило с человеком. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы увидели человека, и все. И мои друзья, которые были на миссии, которые учили меня немножко определенным вещам, они мне сказали: Юра, увидишь такого человека? Не осуждай, подойди, заведи разговор, поговори, узнай, может, ты чем-то можешь помочь, может, просто помолиться, просто положи руку и благослови этого человека в молитве. И вы знаете, было много случаев, я видел наших верующих, расскажу один. Мой друг Толя Мельник, это человек, с которым я учился когда-то в училище, мы не знаю как... Невысокого роста, да? Да, ну... Помню, да. И получилось так, что он потом где-то сел в места не так уж отдаленные. Вышел, мы снова подружились, все. Потом я принял крещение, он снова отошел. Но пришло время, когда уже человек окончательно стал на ноги, принял крещение, все. Это был 97-й год. У меня папа лежал тогда на операции. И я иду, и я встречаю Анатолия, и я слышу запах спиртного. Он уже член церкви? Да. Я промолчал, я не сделал вид, что я не заметил. Но буквально где-то через час мы снова встречаемся, я снова молчу. Я внутренне молюсь. Говорит: Юра, ты что, не слышишь спиртного от меня? Я говорю: Толя, слышу. Юра, ты знаешь, что произошло? И он мне начинает рассказывать историю. Он занимался боевыми искусствами восточными. И вот, говорит, освободился один человек, он взял своих двух друзей. И вот я иду, и они навстречу, ну, вроде знакомые. И тут я вижу, нож упирается в мое солнечное сплетение, и двое человек закручивают мои руки. С кармана вытаскивают 35 гривен, или 100 гривен, я не помню. Тогда это были очень большие деньги. И насмешка. Он говорит: ребята, деньги можете взять себе. Но, говорит, пожалуйста, отпустите, потому что будет плохо. Ну, они начали издеваться, ну, морально. Но кончилось так. Секунда, поломана одна рука, вторая рука. И этому уже по голове надавал столько. Говорит: Юра, он в реанимации. Я не знаю, выживет или нет. Сорвался. Да, Юра, что делать? Я говорю: Толя, давай мы сейчас помолимся с тобой. Я говорю: так. И иди. Он пошел, трагический случай, взял и замочил, да? Да. Он просто не знал, он думал, что этот умрет, все. И он говорит: Юра, я говорю: давай так, помолимся, он будет жить. А ты сейчас же, после этого, иди к служителям сразу же. И сразу рассказывай все, как есть. Тебя никто не осудит, это была самозащита. Ну, за то, что ты выпил, ну поймут, простят. И так и получилось. Простили? Да. Но он рассказал историю, как есть. Вот понимаете, очень важно в данном случае, ну, с моей стороны было не осудить его, не взять грязь и кинуть в лицо, а именно по-дружески. Мы братья и сестры во Христе, мы члены одного тела. Ну, извините, если палец против пальца воевать будет, что будет? Но, извините, все тело старается, если где-то есть боль, помочь ему. И он пошел к служителям, служители выслушали, сказали: Толя, была самооборона, все, иди, больше этого не делай. И этот человек
с которым у него была проблема. А он ему еще и две руки там поломал в придачу. Он только отошел. Я не знаю, как можно поломанными руками еще сейф взять с наркотиками и утащить с больницы. И приехала милиция, и милиция сказала, иди, к тебе претензий никаких. Видишь, возможно, Дух Святой использовал тебя в то время для Анатолия, чтобы ты проявил вот это чувство настоящего служителя, начинающего служителя, чтобы ты не отвернулся, не побежал к служителям и не начал, знаешь, что делать? Смотри на меня. Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. А зачем? Конечно. А зачем? Вот за это мы будем дальше говорить. Пожалуйста. Потому что, осуждая другого, мы себе суд делаем. Почему? Дело в том, что Писание говорит, мы оправданы. Мы оправданы. То есть это оправдание, это Божья печать. Это не человеческие басни, не человеческие какие-то разговоры. Это то, что сказано в Писании. Но теперь задается вопрос, я осудил человека. И чтобы не судить меня с миром, Бог дает мне возможность пройти поприще того человека, которого я осудил. Это раз. Во-вторых, это довольно хорошее обучение. Почему? Вот смотрите, в Библии есть такое слово «наказание». Это не то, что мы сегодня понимаем. Это греческая педагогия, а еврейское поучительное наставление. 150 лет назад это слово, вот смотрите, пример. Отец дает наказ своему сыну. Он дает ему наставление. Так же самое Писание... Педагогия – это дисциплинирование. Ну, да, это обучение, да, в первую очередь. Да. Обучение с дисциплинированием. Да, совершенно верно. Потому что если не доходит отсюда сюда, ну, извините, через заднее место, доходит быстрее. Да. И вот получается, когда мы прошли эту школу, когда я увидел, что я осудил человека, и я сам теперь иду его поприщем, извините, и если Дух Божий доносит мне, что это сделано... Всегда ли так Господь допускает, чтобы я все-таки прошел, был в сапогах того, кого я сильно осуждал? Ну, или часто? В противном случае мы не сыны. Если это обучение Божье, оно не касается нас. Вот интересная вещь. Своих детей Бог учит. А еврейская традиция говорит, что для обучения сына отец отдаст все. Он в долги залезет. Но чтобы сын его был ученым, или раввином, или человеком, который имеет образование. Это реальность. И Бог тоже учит своих детей. И вот Он учит нас, чтобы мы не топили кого-то. Вот как ты хочешь, чтобы поступили с тобой в таком же самом положении? Вот ты поступил, ты человеку сделал больно. Ты его осудил, ты ему там наговорил кучу всего. Вот теперь ты в этом положении. Мне когда-то рассказали наши служители историю человека. Я не знаю, кто он, но это мне рассказывали на братском служении. Говорит, одного человека должны были брать на замечание исключение. Многие просили, может, не надо, хороший человек. Но один кричал во всеуслышание, только наказание, никакого милосердия. Но уже знали то, что у него то же самое. Уже трещина. Уже не то, что трещина. Уже, извините, как в народе говорят, рыльце в пушку. Угу. На следующей неделе разбирали его, и он просил, пожалейте, помилуйте. Ему говорили, слушай, а что ты кричал? Да. Что ты кричал? Если бы ты тогда не кричал, мы можем сейчас бы разговор другой был. Да. Вот понимаете, мы сами, если мы осуждаем другого, мы сами зарабатываем себе. Юра, пока ты, от тебя очки на носу, и ты пока читаешь. Две недели назад, в прошлое или позапрошлое воскресенье, я служил в одном из штатов, в одной из церквей. Позапрошлое воскресенье, да. И у меня была другая тема, но касалась некоторых мыслей, о чем мы говорим. И... Смотри, до тех пор мы считаем, я считаю себя лучше других, я считаю лучше себя, я считаю лучше тебя, я считаю лучше одного нашего работника, второго нашего работника, я лучше их, я лучше, чем телезрители, я же благородный, я намного лучше.
в своих глазах я настолько вырос, я настолько высоко стою, и я это делаю. Я этот пример приводил, когда служил в церкви. И я это делаю до тех пор, пока на горизонте, где-то слева или справа, или сбоку, или спереди, знаешь, кого я не увижу? Христа Иисуса. А потом я начинаю понимать, когда я сравниваю тебя себя сравниваю с тобой, или с тем, или с той, или с ним, или еще с кем-то, или со служимцем, со работником, со служителем, своим сослужителем, каким-нибудь сотрудником, я такой хороший. Но как только Христос появляется рядом, все, на что я способен, знаю, кто я. Я могу сказать: Господь мой и Бог мой, сыплю голову пеплом. И вот это очень хорошее сравнивание. Когда да. я себя сравниваю, проблема моя в том, а если вы находите себя в моей роли, в моей позиции, это и ваша проблема. Проблема моя в том, что я себя не с тем сравниваю. Я понимаю. Если бы я сравнивал себя с Богом, с Иисусом Христом, сравнивал себя со Словом Божьим, я бы никогда не позволял Виталия судить, тебя судить, Таврова, третьего, десятого опустить. Я бы не позволял. Юрий, вы знаете, есть одна очень интересная история. Хочешь кого осудить? Зайди в ванну, и там есть зеркало, посмотри на человека. Ну да. Ой, довольно интересная личность. Вот надо бы немножко посудить за него. Ну да. Да. Почему? Потому что у нас у самих много проблем. У нас у самих много проблем. Хорошо, можно я дальше пойду? Please. Хорошо, следующее. Почему мы не должны осуждать? То есть судить, осуждать, рассуждать. Потому что довольно часто наши благословенные верующие выступают в роли псов. Вот как раз 7 стих говорит: не бросайте жемчуга псам. Жемчуг – это Божье Слово. И если я, например, вижу в человеке что-то не то, вы знаете, у человека сразу горит желание, я ему правду матушку скажу. Да. Но, извините, правду матушку еще надо научиться говорить, это раз. Во-вторых, правду матушку надо еще научиться преподнести, чтобы не обидеть человека. А мы ж так, прямо. И Писание говорит о том, что мы сказали прямо, мы просто-напросто пса возбудили на себя. Все. И он будет кусать очень долго. Почему? Потому что ты раздер его рану. Все. И довольно часто я видел людей, которые подходили ко мне, говорили: Юр, ну я человеку хотел сказать его проблему. А в результате я теперь отделаться от него не могу. Он мне мстит на каждом шагу. И вот это Писание говорит, понимаете, благословенные. Но если ты видишь человека, не надо ему говорить. Не надо. Помолись, лучше молись, да. Да. Лучше молись, чтобы Дух Божий, а Он намного лучше говорит. Он намного лучше донесет ту информацию к нему. И еще одно, друзья, я не знаю, сколько времени у нас осталось. Еще одно. Никогда не суди себя за прошлое. Дело в том, что многие из личностей стали у нас притчей во языцах. Угу. А ты чул? Что он приехал, он был в городе, а ты чу, он был там, он был сям, а ты чу, он то сказал. Сказал он это или не сказал, или он другое имел в виду, то, что он сказал. Мы очень беглые и быстрые на слова, и это наша проблема. Да, и вот почему мы не должны осуждать себя за прошлое или настоящее. Потому что Бог вел тебя к покаянию и не дал, чтобы осуществились твои планы. Вот смотрите, я мечтал, это была моя мечта, стать офицером КГБ. Ты хотел? Да. Да. И у меня лежало в 14 лет направление Высшее военное политическое училище пограничных войск КГБ. Я тогда был неверующий. Мой отец, хоть не жил с нами, постоянно писал: сынок, ты должен стать защитником Родины, ты должен стать защитником Родины, все. Ну, сейчас это и тебя, как за этих Скрипалей в Лондоне, тебя сейчас... Возможно, возможно. За Скрипалей. Но, смотрите, у Бога были совсем другие планы. Конечно. И почему-то он допустил одно действие, он допустил другое действие. И мы видим благословенные. Очень часто люди говорят: да вот бы я стал бы, если бы не это, я стал бы человеком. Кто его знает, кем бы ты стал? Еще хуже стал бы. Да. Да. Я смотрел в 91-м году, сколько офицеров КГБ пускали пули в лоб.
Это правда. Это правда. Потому что они видели то, что они защищали, пошло в пух и прах. Угу. Потому что группа людей предала страну. Все. И я не знаю, что было бы со мной. Я не знаю. У Бога были другие планы. Я понимаю, да. У Бога были другие планы. Хорошо. Почему мы не должны осуждать себя? Потому что во время покаяния он простил все грехи и беззакония в трех временах. В трех временах? Да. Три времени. Первое. До покаяния. Так. Это Римлянам 3 глава. Вроде 23-25 угу. стихи. Так. Дальше. Время моей земной жизни. Угу. И явится праведный и оправдывающий Нуры Аскерова, угу. Юрия Михайловича, остальных всех верующих, которые на земле, он как праведный и оправдывающий верующего в Иисуса Христа. Угу. Далее благословенные, почему мы не должны осуждать себя? Потому что он больше твоего осуждающего тебя сердца. Вот что самое интересное. У нас есть Иоанна, сейчас я посмотрю точно, это 3 глава с 19 по 20 стих, но там вставлена вставка, почему? Потому что акцент идет об оправдании. Угу. Бог больше моего осуждающего меня сердца, потому что он простил меня в трех временах, он благословил меня, и сегодня он формирует мое будущее. Как своего, как говорится, сына, как своего служителя, как свое благословение для этого мира. Хоть мне, извините, это иногда неприятно. Кто осуждающий вас, Бог оправдывает. Бог оправдывает. Да. Если из этого, может быть, для некоторых из вас ничтожного вы извлечете драгоценное, цель уже достигнута. Аминь. Драгоценное, да. А этого драгоценного было очень много. Если какие-то наши советы... А может, наши беседы, наши рассуждения, они принесли какой-то плод в вашу ситуацию, в вашу семью. Цель тоже достигнута. Бог да благословит вас. Юра, спасибо. Будь Мы снова о практических вещах будем говорить. Я снова прощаюсь с вами словами Иисуса Христа. Безмерно и много любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословенны и оставайтесь с нами на «Импакте». Всего хорошего.